Если ты наткнулась на эту статью, пока истерично вбивала запрос «Что делать, если презерватив застрял?», вот тебе наш первый и главный совет – выдыхай. Не только для того, чтобы лишний раз не нервничать, но и за тем, чтобы мышцы влагалища, которые сейчас в панике, тоже смогли расслабиться. Если ты в напряжении, то твое влагалище или анус сократились, затрудняя выход презерватива. Если ты уже пыталась его вытащить и не получилось, просто забудь о презервативе ненадолго. Сделай перерыв. Не надо держать его там долго, но от того, что презерватив побудет в тебе полчаса, ничего не изменится. А пока используй это время с пользой и расслабься. Если презерватив застрял в анальном отверстии, и ты не можешь его вытащить в течение нескольких минут, лучше отправиться к специалисту сразу. Опустить на четвереньки или встань на корточки и проверь, можешь ли ты вытащить его кончиками пальцев. Перед этим обрежь ногти и помой руки. Сначала введи в анус или влагалище один палец, прижав попытавшись зажать презерватив между пальцем и стенкой влагалища. Если с одним пальцем ничего не выходит, попробуй двумя пальцами. Самое главное, никаких посторонних предметов, чтобы не оказалось так, что кроме презерватива, там застряло еще что-то, ни щипчиков, ни пинцета, ни ножниц. Если у тебя никак не получается дотянуться до презерватива, и ты едва-едва можешь нащупать его кончик, поменяй позу. Ляг на спину, подними бедра, может быть, благодаря этому презерватив сместится, и тебе удастся его достать. Если и так не выходит, в прямом смысле этого слова, то встань на корточки и тужься. Да-да, ты вполне можешь вытолкнуть презерватив мышцами влагалища. Если не получилось сделать это самой, попроси кого-нибудь посмотреть на ситуацию под другим углом. В сериале «Секс в большом городе» у Кэрри как-то застрял внутри тампон, и на помощь пришла, разумеется, Саманта. Экстренная ситуация требует экстренных мер, и тут совершенно нечего стесняться, ситуации бывают разные. Если ты понимаешь, что ни тебе, ни партнеру не удается вытащить презерватив, отправляйся к гинекологу. Не бойся и не стесняйся. Даже если тебе удалось достать презерватив самостоятельно, во-первых, тщательно осмотри его и убедись, что он не порвался, и его кусочки не остались внутри тебя. Во-вторых, через некоторое время все равно стоит навестить врача и провериться на наличие инфекции. В-третьих, скорее всего, это произошло из-за того, что вы неправильно выбрали размер презерватива, любовник себе польстил, и он оказался слишком велик.